Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов вместе с жителями Звенигорода проверил ход благоустройства парка в Супонево. Его площадь более 35 гектаров. В этом году важно обеспечить максимальный задел, чтобы весной перейти к чистовым работам. Это касается тропинок, оснований для площадок, прокладки инженерных сетей и кабельных линий. В апреле-мае 2024 года приступят к работам по монтажу павильонов, асфальтированию, обустройству тротуаров, парковок и озеленению.